Если вы не хотите видеть на экране любимого смартфона ужасную паутину из трещин, то обязательно приобретайте и клейте защитное стекло. Всем привет! Сегодня я покажу обзор на защитное стекло для телефона HTC M7. Заказываем мы его во второй раз, потому что первое стекло служило верой и правдой, но в определенный момент приняло на себя удар от падения на асфальт и умерло смертью храбрых. Купили мы точно такое же стекло, и все, что поменялось за полгода, это упаковка. Цена такого набора $2.69, и пришел он за 20 дней. В комплектацию входит, собственно, само стекло, сухая влажная салфетка и также наклейки антипыль. Данного набора с головой хватит для того, чтобы наклеить стекло в домашних условиях. И, конечно же, оно полностью справляется со своими основными функциями. Это защита экрана от физических повреждений. Приобрести отличное защитное стекло для телефона HTC вы сможете по ссылке, которую укажу в описании.